Заключительная седьмая медаль новосибирцев со Всемирных игр 2017 доставлена в Новосибирск. Пауэрлифтер Сергей Федосиенко прилетел сегодня утром. Для 11-кратного чемпиона мира это уже второе золото Всемирных игр. Но на пути к пьедесталу у непобедимого спортсмена на этот раз было сразу несколько непредвиденных трудностей. Маргарита Онникова подробнее. Сергей Федосиенко прилетел в Новосибирск налегке. Мало того, что телефон пропал еще во время соревнований, по дороге домой работники аэропорта потеряли еще и багаж спортсмена. Но самое главное с ним – в ручной кладе. Вторая золотая медаль Всемирных игр и приз абсолютному чемпиону в общем зачете всех весовых категорий. Кстати, тоже второй для новосибирца. Рекорда по поднятым килограммам во Вроцлаве Сергею поставить не удалось. Зато спортсмен обновил свой лучший показатель по коэффициенту Вилкса – соотношению собственного и покоренного веса. Я решил пойти другим путем, так как многое зависит от собственного веса у нас на этих соревнованиях. Я решил, наоборот, согнать собственный вес и показать меньший килограмм, что дало мне больше очков, потому что именно соревнования шли в очках, а не в килограммах. По итогу около 5 килограмм согнал и, в принципе, показал с таким весом свой лучший результат за все время. При собственном весе 55 килограммов 900 граммов Сергей набрал в сумме троеборья 742,5 килограмма. Конкуренцию соперники создать новосибирцу не смогли. Ближайший преследователь в весовой категории отстал от Сергея на 70 очков, что эквивалентно примерно сотне килограммов. При этом сибиряк мог поднять и больше, засчитая судьи вторую, спорную попытку в становой тяге и не случись неприятного инцидента с потерей сознания в жиме. Это у меня давняя история. Раньше это было совсем регулярно. Последние лет 5, наверное, этого не случалось. А здесь опять это произошло. Видно, где-то что-то передавливает какую-то сонную артерию. И, в общем, отключился на третьем подходе. И из-за этого подход неудачный был. Этот сезон у Сергея непростой. Два чемпионата мира, Всемирные игры. Кстати, ко второму мировому первенству в году в экипировке спортсмен начнет готовиться уже через 2 недели. А пока отдых и восстановление. В долгосрочных планах лидерство по количеству побед на чемпионатах мира и третьи Всемирные игры в карьере. Мне уже будет практически 39 на них. Я уже посчитал. Но хотелось бы, конечно, принять участие. У меня мечта 18. У нас 17-кратный чемпион мира, самый титулованный спортсмен. Он уже закончил выступать. У меня мечта 18 раз выиграть чемпионат мира. Всего-то ничего осталось. Конечно, всего лишь 7.